как города. Его любят и туристы, и местные жители. Что может быть лучше прогулки по великолепному Енисею в летние жаркие дни? Проект речного вокзала, как, впрочем, и многие другие объекты, разрабатывался в 40-е годы. Но его строительство началось только в 1949 году. За основу проекта был взят образец Химкинского речного вокзала под Москвой. Макет здания был отмечен серебряной медалью на международной выставке в Брюсселе в 1958 году. Сейчас это памятник архитектуры регионального значения. Также справа нам открывается вид на набережную Красноярска. В 2017 году была начата ее грандиозная реконструкция. Пешеходная зона, места отдыха, все объекты Омска, Мерь, до спуска к воде выдержаны в едином эко-стиле.